Здравствуйте. Пистолет мойки высокого давления вдруг какой-то день у меня начал течь. И с каждым днем текло больше и больше. Те, которые не хотят смотреть до конца, как я эту проблему решил, то скажу, что я ее не смог решить и пришлось купить новый пистолет. Но те, которые хотят посмотреть, как я с этим вопросом мучился, смотрим. Купил и поменял прокладки на шланги и все резиновые прокладки, которые есть в пистолете. Чтобы пистолет после разборки было легче собрать, все детали надо складывать в той части пистолета, в которой вкладываются болты, чтобы скрепить обе части вместе. Смена прокладок не дала никакой результат.
выглядит, что есть большой износ пластмассы из-за этого главной детали. Постараюсь усилить все прокладки. Как вам кажется, будет хоть какой-то результат? Соединил без ручки пистолета. И как выглядит, пропускает даже сама пластмасса. Ну, мне так кажется. В результате купил новый пистолет. Мужики из сервиса говорят, что они такой пистолет не делают, потому что из-за давления и воды пластмасса изнашивается и нет смысла делать. То есть пистолет одноразовый. Но я думаю, что наверняка есть какой-то способ это все устранить. Но мне не удалось. Может, у вас есть какие-то идеи. Ну, новый пистолет, конечно, работает как новый пистолет. Тут без никаких проблем. На этом все. Всем удачи, здоровья, пока!